Поле на стадионе «Текстильщик» пока еще покоится под снегом. Но тренировки у ивановских футболистов уже начались. Вооружившись коньками и клюшками, игроки «Текстильщика» в полном составе явились на пятничную разминку. Тренировка сегодня пройдет на льду. Это, конечно, не родная для ребят стихия, зато настоящее испытание в физическом плане. Да и чувство локтя тренирует. Уже почти две недели футболисты тренируются в полном составе. Это первый базовый сбор. Его цель – привести ребят в форму после долгого зимнего перерыва. Сейчас у игроков по две тренировки в день. В тренажерном зале, в крытом манеже или на свежем воздухе, как сейчас. Через неделю команда отправится на южный сбор. На этот раз не на Кипр. В этом году он пройдет в нашей стране, в Крыму, в городе Евпатория. В течение двух недель команда будет заниматься на базе спортивного комплекса Крым в этом городе, потом вернется на неделю в Иваново и потом в второй половине марта отправится на второй сбор. И уже к первым числам апреля приступит к тренировкам здесь, в Иванове. В команде произошли небольшие изменения. Главным подарком для ивановских болельщиков станет возвращение в основной состав Александра Бурунова. Он уже тренируется с остальными игроками. Разумеется, ностальгии. Очень ждал возвращения. Тренировки тяжелые, как и все сборы зимние, где фундамент закладывается основной. Планы готовятся, готовятся, а сезон, остаток сезона покажет. Будем стараться. К межсезонью команда подошла на 10-м месте турнирной таблицы. И в планах у ребят, насколько это возможно, приблизиться к пьедесталу первенства. Такая возможность им представится уже через пару месяцев. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.